Мы пришли в водный парк Альбатрос. Взяли уже вечерний билет, который с 4 до 7. Мы уже в 5 часов пришли. Два взрослых по 300, два детских по 150. Детский до 5, бесплатный. Сюда входит бассейн, шезлонг, туалет, душ. Все остальные аттракционы на территории платные. Посмотрим, что там будет. Вот зашла, только увидела аэрохоккей, две игры, 100 рублей, купюроприемник. И людей сегодня много. В общем, мы ищем тир. Ой, тир. Раздевалку, которая за тиром. Переодеваемся, идем купаться. О своих впечатлениях поделимся позже. Смотрите,